Всех приветствую, с вами Борис Лобода. Это продолжение темы по изготовлению энтомологических коробок, затронутой в одном из предыдущих видео. Рамка уже подсохла, и мы можем приступать к дальнейшей работе. Сейчас нам нужно в углах прорезать пазы для установки косынок. Для этого я сделаю специальное приспособление, чтобы рамку под углом можно было пропустить через циркулярную пилу. В принципе, это можно сделать и обычной ручной пилой, если речь идет об изготовлении единичного изделия. Но я хочу сделать специальное приспособление, потому что думаю, мне это понадобится и в дальнейшем для рамочных конструкций. Идея состоит в следующем. У нас будет рейка основания, две рейки, которые крепятся под углом 45 градусов. В них ложится рамка внутрь, которая держится под нужным углом. Рамка крепится струбциной, и мы можем эту конструкцию прогонять через циркулярную пилу. Эту конструкцию с установленной рамкой можно будет либо двигать вдоль направляющей, делая паз, либо ее можно установить на каретку и двигать вместе с кареткой. Я еще даже не решил, как будет лучше, время покажет. Так, приспособление для прорезания углов у нас готово. Я думаю, мы можем крепить рамку и резать. Я попробую через направляющую. Теперь мы крепим рамку струбциной к нашему приспособлению и можем приступать к резке. Пазы прорезаны. Теперь мы можем ставить косынки сюда. Не обязательно их делать сразу треугольными. Можно просто поставить полоски и потом обрезать, зашлифовать. Так проще. Косынки вклеены. Можно оставлять это на просушку. Потом я их обрежу и буду делать окончательную шлифовку рамки.
Потом сюда надо будет поставить стекло. Я здесь вот оставил специальные бортики где-то 5 на 5 миллиметров, которые бы стекло держали. Его можно просто вклеить на точке клея какого-нибудь мягкого такого, типа 88-го или обычного момента. И остается дно у нас. Сейчас у меня просто материала нет, я просто расскажу. То есть его можно сделать из листа тонкой фанеры, ДВП использовать, плотный картон. Потом наклеивается слой пенопласта около 1 сантиметра. В него будут вкалываться энтомологические булавки с насекомыми. И сверху пенопласт можно заклеить тонкой бумагой или ватманом. Вместо пенопласта можно использовать также любой другой подходящий материал, подходящий для булавок. На этом пока все. Я думаю, в дальнейшем мы поэкспериментируем с другими соединениями на углу, с закрытыми. И еще, думаю, будет материал по именно энтомологическим коллекционным коробкам, которые с крышкой делаются. Такие тоже надо будет делать. Я думаю, эта тема у нас еще найдет продолжение. Благодарю за внимание. Здоровья, удачи, творческих успехов всем.